Каждое летнее воскресенье у жителей южной части города неизменно ассоциируется с живой музыкой. Проект «Воскресенские вечера» живет уже 4 года. За это время в Воскресенске успели побывать очень многие талантливые музыканты. Группа «Филинс» из древнего русского города Рязань давно полюбилась нашему зрителю. В этом году коллектив открыл череду летних музыкальных гостиных ДК «Цементник». Выступление «Филинс» живое, цепляющее. Гости вовлечены в творческое действо. Девиз группы – «Музыка, объединяющая мир». Знаете, на самом деле я первый раз пришла на это мероприятие, потому что я наслышала очень положительные отзывы. Концерты на открытом воздухе для жителей города. Вот главная идея воскресенских вечеров. В этот раз выступление перенесли в малый зал, виною капризная погода. Но энергетика концерта от смены декораций не пострадала. Это программа, как программа популярного джаза. Такие имена я назову: Фрэнк Синатра, Майкл Бабл. Из современных уже, из старых, Луи Армстронг, Джонни Матисс. Но также присутствуют замечательные песни из нашего наследия старой советской эпохи. Это песни из кинофильмов, из репертуара Ларисы Мондрус, например, «Джентльменов удачи», «Проснись и пой». Песни, которые исполнял такой замечательный певец Эмиль Горовец. Сегодняшний солист «Филин» Сергей Грематин очаровывает публику вокальным искусством и невероятным обаянием. Этим летом проведут еще 6 воскресенских вечеров. Следующий концерт состоится уже 9 июля. В гости к воскресенцам приедет веселый джазовый оркестр «Dixie Providence Band». Анна Яшкина, Сергей Емельянов, «Воскресенские вести».